Всем здравствуйте! Сегодня мы опять прошвырнулись по мусоркам, и вот камера направлена на ту полку, которую мы нашли. Мы привезли ее в квартиру. Вот такая она полочка. Мы прям ее тут, как она и была. Что? Вот это вот посмотрите, как тогда с полки нашли, не поедем в этой квартире. А, да? Так, вот такая дверка тут еще, вот столько полочек. Здесь закрывается какая-то клемма тут поставлена. И нашли вот такое зеркало. Вот оно зеркало. Оно было прямо в упаковке. Вот подписано даже зеркало. Вот в этой упаковке. Также мы нашли раковину из искусственного камня в хорошем, в отличном состоянии. Вместе со смесителем, ну прям навьё. Мы сюда ее не привезли, но вот муж примерял ее сюда. Тут-то у нас вот такая металлическая стоит. Тоже, конечно, навьё, но пользованная. Вот. Но никак вот к этому шкафчику примерить он не смог. Думал. Это нам бывшие жильцы оставили. Вот такой шкафчик. Здесь он никак, говорит, не вырезать, никак тут ничего не вставить. Ну, не знаю, может, что-то и придумаем, потому что она такая нарядная, такая богатая, богато смотрится, и поставить бы ее сюда. Ну, в общем, обставляем потихонечку здесь мебелью. Это тоже нам бывшая жиличка оставила здесь. Вот такой столик пока здесь поставили. Это мы привезли еще с севера. Он раскладывается, катается на колесиках. Он стоял у нас, телевизор на нем стоял, а мы привезли его сюда. Вот таким образом. В общем, обставляем. Опять квартира у нас пустует пока. Ну ладно, будет ждать своего часа. Также мы нашли вот эти, как их называются, панели, да? Какие-то панели. Вот сюда. МДФ. Моющие. МДФ? Угу. МДФ. Потом прикрутим, чтобы здесь стенки не были сырыми. Это обои у нас здесь. Не знаю, моющие, не моющие, скорее всего, обычные. Вот застройщика, да? Обои были сделаны. Надо все равно что-то здесь сделать. Чтобы не лили. А то, ну, аккуратные такие были жильцы. Так вроде бы ничего здесь не попортили.